Извините, ноль понимания. Я прям искренне не понимаю, что вообще надо. Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Inscription. И мы с тобой продолжаем его проходить. Ну и по традиции хочу сказать, подписывайся на мой Telegram и на мой Twitch. Ссылки есть в описании и в начале, и в конце ролика по QR-кодам. Так. Мне, во-первых, сказали, что... Подожди. Что у меня в углу, в левом или в правом, я не помню, по какому написали. Сейчас, подожди, я посмотрю. В левом. У тебя есть молоток в левом нижнем углу. Надо будет посмотреть, потому что я что-то его не заметил. А еще мне подсказали, что им можно вообще все разбирать. А как посмотреть? Ага. А денег... Денег непонятно как, но, собственно, ладно, поехали. Нам вот сюда, и вот где-то там чуть дальше я уже, ну, Поэтому начнем здесь. Сторожевой дрон, пожалуйста, погнали. До свидания. А взорвет ли она его? А, возьми карту. Давай. Пока сюда. А, вот он молоточек. Вот он. А я думал... Как, блядь, он на пол экрана? Как я его не заметил? Угу. Возьми, говорит, карту. Подожди. Это сюда. Это сюда. До свидания. Встал он, блин, говорит, зовите меня крутой. А я понял. Оп. Ай. Так, ну я просто сделаю сейчас. Вот так, и мы выиграли. Еще и две монетки сверху. Отлично. Так. Новый чекпоинт. Генераторы ботов отключены на 100%. Гадство. Что? Заряд иссяк. Я разрешу тебе встать и найти новую батарейку. Тебе разрешено заходить только в инспекционную. Вытащи батарею из инспектрометра и принеси ее сюда. Ожидание печати. Как-то нажать? Что-то можно? Чё? Опа. И что это? Пульт миссис бомбы? Да, конечно, бери. Он бросает бомбы на пустые ячейки. Тактическая очистка, не дурачься с ним. Звучит хайпово. А здесь? 5 надо. А, тут разница, да?
Что? Не понимаю. Нет. Нет. За счет чего считает, не понимаю. Три. Вот три из пяти. За счет чего? За счет разницы? Нет, тут один. А я не вижу логики, подожди. Я не понимаю, как он считает. Я не понимаю, вообще я вообще не понимаю. Подскажи.
тополя эти убрать надо, подожди. Стой. Один. Один. Угу. За счет чего 4? Бля, хоть убей, не понимаю. Я вообще никак не понимаю. Так, хорошо. Нет. Нет. Извините, ноль понимания. Я прям искренне не понимаю, что вообще надо. Ой, а я эти штуки не включил? Ничего страшного, просто реши парочку простейших головоломок. Да ёб твою. Ну, поверните символ. Повернули. А, так. Выберите все квадраты, в которых есть карты. Он снимал. Все квадраты, в которых есть карты. Есть карты. Это кто? Рыба-бот. Нашел меня. Хорошо. Робот рыбка меня прятать. Месть за тот раз. Плохая рыбка. Это рыбак из второй главы. А это кто? Ага, вот она. Неси ее сюда. Кто ты такой? А кто ты? Подожди. Непонятно. Здрасте. Ожидание печати. А здесь? Ну вот, если кто-то шарит... Кто-то, если у кого-то есть какое-то понимание, у меня понимание ноль, честно. Я прям искренне первый раз не понимаю, что вообще. Я, конечно, могу посидеть потупить, но это будет всю серию. Нет, спасибо. Да, спасибо, да, пожалуйста. Зарядка. Это должно хватить. Продолжаем играть.
Это чё? Перемещение по карте. Не-не-не, поехали. Поехали вниз. Ох. Атмосфера на этой сырой свалке довольно-таки неприятная. Ее обитатели рыщут в поисках свежих ботов. Смотри под ноги. Так, это кто? Это что? Символ немощи. А что такое символ немощи? Символ детонатора. Не знаю, что такое символ немощи, так что ладно. Ну давай сюда. Леший, рыбка близко. Надо найти и другие рыбки. Переписчики. Глубоко, глубоко. Понял, принял, закрепил. Почему они как будто током бьются? Ладно. Что? Иголочка. Тише, иголочка. Так, сюда. Я наживка? Да нет, почему наживка-то? И пока все. Зачем я это сделал? Плохо. Нормально. Переживаешь больше. Пчела. Откуда у меня пчела? Откуда это у меня? Ай. Так, мегабот. Погнали. Легко. Давай еще пулеметчика. Так, ну давай сюда. Здравствуйте. Что тут у нас? Ага, спасибо. Скелетики, ля, робоскелеты. Понял, понял. Я вас понял. Отлично, меня устраивает. Этот летает. Да, понял, понял. И еще одна. До свидания.
Отлично. Да, вообще шикарно. Пока так, сейчас объясню почему. Вот как раз по этой причине как раз. Вот по этой причине, чтобы еще монеток собрать. Не так идеально, как я хотел. Ты кто? Желаешь пройти за этот лед? Думаю, я смогу его растопить. Немного тепла, и все будет готово. Хе-хе-хе-хе-хе. Это что такое? Я, конечно, не лавочница, но без торгов тут не обойтись. Тебе придется обменять одну из своих карт на одну из моих карт. Я бы хотел летуна, наверное. Что-то мне даже взамен. Выбери мою рыбку. Тебя отдать? А есть в этом смысл какой-то? Давай один призбот отдадим. Два их как будто бы много. Чё это? А, это улучшение. Выбирай. А я могу? Выбери меня. Ну давай. Мы выберем тебя. Шо у нас тут? Нет. Плюс защита может быть. А это что? А! Я бы выбрал другой. Да я, блядь... Ой. Ой, это управление. Так, и что это? Ну, в принципе, тоже хорошо, потому что он как танк у нас идет. Так, замес на мосту. Ну, давай. Так, кто тут у нас? Бомбежка и говнешка, да? Ну, допустим, так. Извините. Так, кто это? Не плачь, дорогуша. Я Болт Хопсберг. Все пройдет быстро. Слышь, спокойно, Болт Хопсберг. Блять, а надо на следующем ходу это делать, слышишь, чё? Он же не ударит сейчас. Он ударит, ну почему? Ну я не, блядь, подумал, ну бля. Чёрт. Я подумал, что он сейчас походит, я в него сейчас кину бомбу, он такой бах-бах-бах, все красиво. А он походил и уебал меня, ну бля, я что-то забыл об этом. Как можно об этом забыть, Сергей, ну что это такое? Ладно, пойдем в ту сторону сходим тогда. Здрасте. Это что? Угу, держи. Так, ну и делаем вот так.
Ай, блядь. Тише, 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 здоровячок. А. Так, не надо, блядь, там. Так, ну его нахер, заканчиваем. Свободен. Это что? Крутая штука. Я разгоню одну из твоих карт, усилю ее атаку. Но если карта погибнет в бою, она исчезнет навсегда. А что мы хотим усилить? Бот-снайпер? Он же у нас под удар не подставляется, правильно? Или мошка дрон. Если его прятать. Давай попробуем мошка дрона. Ну давай, не дай ему умереть. Хорошо. Но вот вопрос, считается ли его смерть, если, ну, я как бы сам его сломаю молотком. Стоп, чё? Я думал, тут мост. А, вот мост. Да, спасибо. Ну и пойдем. Уякс. Нахуй. Ай. А, я не могу. Блин. Чел, который сказал мне про молоток, это вообще чертов гений. Ах ты падла. Ладно. А в принципе чё? В принципе, да. Так, пчела почему-то. Да беру, беру. Мне не страшно, я не боюсь. Плюс монетка сверху. Не-не-не. Так, ехаем дальше. О! Отлично. Все твои предметы вернулись в инвентарь. Боты, которых номинировал, больше не заработают. Миновал. То есть тут мы можем теперь... Это мир зловонных трупов? Да, и что у нас тут? Гнетущая обитель. Поверить не могу, что ты хотел заменить гримуару. Чтобы наследовать это? А кого можем... А кого мы хотим усилить? Подожди. Не меня, не тебя, да, тебя жалко. Снайпер-бота.
Снайпер-бота, да? Но его опасно, честно говоря. Вот можно брони-бота, у него всегда есть щит. Но его жалко в случае чего. Давай двойного пулеметчика одного, у нас все равно их два. Потому что его можно очень сильно использовать. Мы его тупо один раз сложим, кладем. И если все проходит хорошо, он такой трррррр. И все, мы выиграли раунд. Легко. Но на этом остановимся. С тебя комментарий, лайк, это обязательно. И подписывайся на телеграм и на твич, я тебя там очень жду. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. И всем пока.